Следственным департаментом Министерства внутренних дел России при содействии оперативных подразделений ФСБ и Федеральной таможенной службы России завершено расследование уголовных дел в отношении участников организованной международной группы, состоящей из граждан Боливарианской республики Венесуэлы, Республики Колумбии и России. По данным следствия, участники группы занимались поставками кокаина на территорию Российской Федерации. Также фигурантами был налажен устойчивый канал поставок кокаина в Россию из Республики Парагвай и Республики Колумбия транзитом через Федеративную Республику Германия под видом посылок, якобы содержащих предметы бытового назначения. В целях конспирации злоумышленники регулярно меняли мобильные телефоны и сим-карты. Посылки с наркотиками направлялись людям, неосведомленным о противоправных намерениях участников организованной группы. Кокаин тщательно маскировался внутри пересылаемых предметов, таких как музыкальная установка. За получение посылок в почтовых отделениях гражданам, неосведомленным о содержании бандеролей, платили денежное вознаграждение. В основном для данных целей привлекали пенсионеров. Обвиняемые полностью изобличены в содеянном и дали признательные показания. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в Домодедовском, городском и Московском областном судах.